have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами продолжаем путешествовать по дикой планете. Сначала я думал, что мы сюда пришли, ну, как в прошлой серии я вам сказал, что мы сюда пришли, наверное, рановато и всякое такое. И, наверное, я думал, что нам придется возвращаться, но оказывается, у нас тут побочка совсем недалеко, и давайте, наверное, туда сходим. И еще нам нужно, если вы помните, совсем немножко кремния. Так-то по-хорошему я еще рассчитывал, что я пойду просто сейчас пофармлю кремния. Обнаружена область. Вот, но в конце концов, раз мы идем в новые территории, я не хочу идти в старые фармить просто. Здравствуйте. Блин, я сюда еще вернусь. Мне просто вон совсем недалеко до цели побочки. Я все-таки хотел бы туда дойти, наверное. Я тут не смогу, да? Что это за орех? А, я же могу его просканировать. Добрый орех. Сделать я ему ничего не могу. Но я могу... Я уж не знаю. Ладно, пойдемте. Я пожалею об этом, я знаю. Тут есть жемчужина. Ну, вот этот инопланетный материал, который я могу получить. Да, я понял. Наверное, нам надо повытаскивать все эти орехи. Ого. Мне кажется, ли это может быть связано? Давайте посмотрим. Я его отсюда вытащил, да? Да, не затыкают эти проходы, оказывается. Ладно, я вас понял. Я не знаю, насколько это, правда, ядовито все. О, кремний! Как раз то, что мне нужно было. Привет, чувак. Я пока что не совсем понимаю логику, что мне делать. Это, ну, скорее всего, я так понимаю, это какая-то головоломка, да? А, здесь есть обычный вход в эту пещеру, если что. Прикольно. А ты, кстати, тебя сканировал? А тебя не надо. Хорошо. Вау, вау. А тут есть тоже просто проход. Ну, хорошо, давайте потом сюда вернемся. Я, ну, как бы я понимаю, что можно получить ту штуку. Они меня бьют. То есть я не могу их отсканировать. Они меня бьют, телепортируются и бьют меня. Мне обидно все. Это где-то здесь. Вот, 20 метров. Ага. The cartographers identified an unstable liquid gas nearby. If you want to upgrade your jetpack, I'd go find some. Угу. Я вас понял, спасибо. Давайте вот этот я заберу. Тут явно нам показывают двойной прыжок. Ну, то есть... Нам того, что у нас сейчас есть, нам не хватает. А вот это... А, это жизнь, кстати. Зачем тогда я сюда... А, вот зачем я сюда лез. Не может же оно тут просто так быть. Это я уже сканировал. Ладно. Ладно. Значит... Да-да, секрет поблизости. Я понял. Нам теоретически предлагают... Нет! Фух. Нам теоретически предлагают вот с этой вот штукой разбираться. Я уж не знаю, что с вот этим вот орехом. Нужен он будет, нам не нужен. Иди сюда. Упади обратно. Не? Куда он делся?
А, вон он. Я просто не уверен, что он мне как-то поможет снаружи. Может, он мне нужен будет внутри, я не знаю. Так, у нас их тут 4 штуки, да, я так понимаю? 4 ореха. А, ими просто позатыкать все надо, да? Ну-ка, давайте посмотрим. Я же их вытащил-то не отсюда, по сути. Ну-ка. Так, отлично. Это второй. Это третий. Вот четвертый. Я еще не знаю, куда его надо сейчас. Откуда эта штука бьет? А я не вижу четвертый источник. А, вон он. Хорошо. Иди сюда. Он последний остался, я надеюсь. Все? Мы все заткнули? Или я еще что-то не то сделал? Ну-ка. Отсюда бьет источник, нет? Отсюда вроде нет. Ну, мне казалась такая логика, но, возможно, я в чем-то ошибаюсь, и логика не такая. Это, кстати, не надо сканировать. А ты кто? Кремниевая жила. А, ну, собственно, я ее уже отхлестал по щекам. Привет, чувак. Ну, на мой взгляд, было так, хотя, ну, я могу и ошибаться, тогда уж не знаю. Давайте, ну, все 4 дырки газа я заткнул. Или нужно, наоборот, как-то все это положить... Короче, не знаю. Я над этим подумаю, давайте мы пока отсюда выйдем. Мы насобирали кремния, все, что нам надо. Сходим сейчас в портал. Прокачаемся, прокуемся. Вот. И может сюда... Ну, не может, мы сюда точно позже вернемся, но нам нужно будет еще... Зачем я сюда телепортнулся? Блин, нет, 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 нет. Нам нужно обратно Джевелин. Да, вот сюда. Мы, кстати, где-то пропустили, видимо, один портал. Я так понял, что... If you wanna. Каждый раз такая, ну, типа, хочешь, можешь сделать апгрейды. Так, хорошо. Стабилизатор кислоты. Это мне не надо. Ранец. Засранец. Требование не обнаружен. Визор. Я могу крафтануть визор. У меня, правда, на это уйдет последний инопланетный сплав. Но я, наверное, это сделаю. Теперь официальные инопланетные сплавы у нас закончились. Кстати, 44% это исследование или это ж... А, ну стоп. Журнал. Так, хорошо, дополнительно продолжайте исследовать, бла-бла-бла. Все, понятно. Окей. Ребят, не знаю почему, но... Эта игра заставляет меня иногда подтупливать, и я с этим ничего не могу сделать. Вот здесь какое-то неоткрытое место, уж не знаю, что там и где, и почему его пропустил. Стоп, а, первая локация у нас всегда дротик, всегда Джевелин. А чтобы нам не пришлось листать, что ли, да? Получается сломанный мост, и вот здесь мы что-то пропустили. Но у нас планетарные обломки... Окей. Теперь, что у нас... типа у нас сканер дальше стал... Ну, наверное. Минуточку. По заданию. Расчисти все, что блокирует работу святилища, чтобы оно снова заработало. Окей. Хорошо. То есть, по идее, мне показывают 3 точки, которые я должен уничтожить.
Или что? Так, это же я... Это я находил, да? Загадочная скрижаль. Точно, было такое. Пиздынька. Что мне показывают? На вот эту штуку мне показывают, да? 131 метр в ту сторону. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. С этим всем. Зацепись! Зацепись! Это было опасненько. Так, показывают мне явно на вот эту вот штуку. Ой, не-не-не-не-не, я вас знаю. Ну, по крайней мере, за них дают кремний, хотя бьются они больно, согласен. Как оказалось, кремний здесь довольно дорогой ресурс. Не то чтобы дорогой, довольно редкий ресурс. И собирать его стоит, пожалуй. Хорошо. Как вы мне предлагаете... Зачем я выкинул последнюю эту? Да, я не то листаю, успокойтесь. А, вот так вы мне предлагаете, что ли? Нет. Ну, то есть оно взрывает, да, но... что вы мне предлагаете взорвать? Вот что интересно. А, вот это вот... вот эту штуку, что ли? Ну-ка, давайте попробуем. Нет! А что я тогда, по-вашему, должен сделать? Тоже нет. Это, конечно, круто. Минуточку, может... То есть, вот эти вот три места, которые мне нужно освободить, чтобы оно заработало. Но как мне это сделать, я пока, честно говоря, не понимаю. Хм. Кислота, может быть? Может, кислотой? Блин, это же было легко! Это же было легко догадаться-то до такого. Так, и тогда кислотой я могу еще, по идее, вот эту штуку, да? Фигануть. Нет, это не могу. Могу? Ох, так это у нас фишки с апгрейдами. Все, я понял, спасибо. А почему... Почему оно мне до сих пор отображается? Нет, и, кстати, отображается не это, отображается... Что-то другое. Хм. Ладно. Будем исходить из того, что нам нужно вот эти три штуки распечатать. И тогда в нашей жизни все будет хорошо. Блин, кремний уронил. Ну, это в принципе ладно. Хорошо. Надо было сразу... Я что-то забыл вообще про кислоту, надо было сразу про это догадаться. Довольно глупо с моей стороны, согласен. Где здесь кислота? Вот она. А я ж туда не... Я туда не попаду, вы чё? Отсюда? Да, отсюда. А! Фух ты ж, блин! Будем по очереди. Блин, он так быстро сгорает. Я еле его успеваю донести. А, это не успею, пофиг.
Все, хорошо. И третью. Третью я тоже хочу разблокировать, потому что я уверен, что там что-то есть. Сейчас попробуем. Скорее всего, все это из-за того, что... Ай, не успел. Скорее всего, из-за того, что я пошел вперед и забыл просто про кислоту. Мы же... Одна из первых вещей, на которые мы наткнулись в этой локации, это была именно вот кислота, но... Че, не достал? Да блин! Я по... Кто тут враждебный? Я не понял. Я понял! Все. Чувака задело то, что я... А, это вот... Это я их вылупил отсюда? Ну, блин, ладно, тогда... Пофиг, хорошо. Где у нас получается третий источник? 103 под нами. Вон там, вижу. Нет, 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 нет! Чувак, подними меня, пожалуйста. Спасибо. Больно. Это я и так видел, что больно будет. Надо где-то подлечиться. Ой, блин, тут еще эти... Крокозюбры. Вот оно. Окей. Где у нас здесь? Ой, лечилка есть, хорошо. С кислотой разберемся, главное лечилку взять. А, ну тут кислота прям близко. Тут, наверное, это как раз самое первое место, которое мне... Блин, зачем я это потратил? Да, ну не сразу, он такой через время тает, ага. Все, я понял. Еще одну такую мы получим апгрейд, хорошо. А тут прям много такого можно сделать. Давай еще одну. А, ну а растет на высоких горах, блин. Все, желейку мы всю расплавили. Да зачем я каждый раз их кидаю? Что, блин, у меня единица с кью путается, и я из-за этого тоже путаюсь. Хорошо. Светилище. Нам сейчас светилище надо. Мы его... Единственное, что я тогда не понял из того, что сейчас было. Светилище у нас... Там? А с чего бы оно там? Ну хорошо, допустим. Тут вон и жила есть, кстати, на которую мне надо забраться. Ну, к которой я был бы не против. 50 кремний еще никому не вредили. Вот оно, это святилище, которое теперь должно быть, собственно, активно. Ну, поехали. Извлекаем материал. Похоже на нефть. Так, если серьезно, похоже на нефть. Вот, теперь я могу... Ой, мне теперь возвращаться. Теперь я могу вернуться на корабль, если мне хватит ресов, кстати. Ну, в смысле, не хватит ресов вернуться на корабль, а... Интересное кино. Если мне сейчас хватит ресов сделать этот самый буст, потому что они мне еще сейчас такие скажут, ну, чувак, как бы да, но нет.
Я вообще правильно хоть иду? Ну, вон туда мне. Вроде правильно. Хотя кто его знает. Я так дойду-то вообще? Кстати, мы к тому цветочку-то так и не сходили. Может, стоит это сделать? Тут есть еще такая фигня. Кстати, тоже крем не дает. Можно пособирать. Так. Давайте попробуем. Раз мы уже здесь. Может, как раз то место, которое мы пропустили. Я не знаю. Иди от меня. Блин, с них можно прям фармить этот самый кремний. Прикольно. Единственная их фишка, они так неожиданно перед лицом появляются. Такой, чё? Так. Мы помним, что к этому цветилищу нужно подходить, чтобы оно нас не заметило. А это довольно трудно сделать. Блин, оно нас заметило, классно. Ну а как к нему тогда подходить, чтобы оно нас не заметило? Да, пофиг. Да. Просто валим отсюда. Я пока еще не знаю, как это правильно сделать. Может, у нас будут какие-то обилки, которые нам помогут. Пока что я вижу это как что-то нереальное. Так что валим отсюда. Я не разбежался. Фу, блин. Нам вон в туда. Фух, вроде дошел. Вот эти попрыгушки по островам, я бы не сказал, что это максимальное удовольствие, которое можно получить от этой игры. Ладно. Да, вот у нас наш телепортец. Давайте на дротик вернемся. Ресурсы. Что я вообще доставил? 130, да? 138 и... А, ну, вроде должно хватить. Но я не уверен. Я не буду утверждать. Ай, совсем чуть-чуть не хватает. Обычных вот этих 20. Пойдемте. Нам надо будет дофармить. А пойдем мы вот сюда хотя бы, чтобы недалеко. Тут вроде водятся эти ребята, с которых можно фармануть. И мне попадаются как раз сейчас те, с кого можно фармить кремний. Ну, просто замечательно. Дайте мне мелких этих. Блин, реально, надо было сюда идти за кремнием. Я не сообразил. Эти еще так легко убиваются, там то ли с одного, то ли с двух выстрелов, в зависимости. Нет, по-моему, я не по адресу. Кстати, а вот это вот я видел? Реально Wii. Да? А чё, так можно было? Ну, то есть, туда можно пройти, что ли? Бомбёжка. А,
А, и кстати, вот эта штука. Окей. Давайте тогда снаружи дротика телепортнемся. Где у нас просто этих ребят мелких полно? Давайте сейчас посмотрим. Давайте туда. Там они в пещере как раз водились. Их было немного. Кстати, да, тут же все снежное. Почему там у нас нету снега? Ну ладно. Сколько мы с них по 5 получаем? Хм. 24. Вроде получил все, что нужно. Давайте сходим. Получается, у нас сейчас будет костюм, на котором можно не просто там подпрыгнуть два раза, на котором можно будет пролететь какое-то расстояние. Так я понимаю? Давайте глянем. Если это так, это будет круто. Мы сможем... Да, немножечко вот ресов добавили. Ранец. Я чего-то не понимаю. А, алюминия 20 них. Блин, вот я туплю. Офигеть. Ну, явно же я значок перепутал. Где я могу еще 20 алюминия достать? Даже не знаю. Давайте пойдемте глянем. Алюминий, алюминий. В пещерах у нас был где-то алюминий. И еще где-то... О, сломанный мост. Утесы горы. Пойдемте посмотрим просто по окрестностям. Блин, алюминий это такое, такая штука, которую так просто, по-моему, не достанешь. Вот этого что такое? Это споры какие-то, да? Ну да, это не алюминий. Я их разозлил? Я их разозлил! Я не хочу иметь дело со злыми этими чупакабрами. Так, пофиг, они вроде немножечко отстали от меня. Алюминий. Иди отсюда. Где же я могу такое достать-то? А, стоп, у нас есть вот разлом. Ай, блин, больно. Разлом, который... Это тебе? Чтоб ты на меня не агрился. Я могу менять? Да, у меня есть эти бомбочки. Пусть там будет алюминий, пожалуйста. Нет, здесь новый уровень. Не, это тоже хорошо, я ни в коем случае не жалуюсь. Но... Ага. Это не отменяет вопроса... Ох, ё-моё, как они меня заспамили-то. Вы меня не достанете. Все, успокойтесь. Где же? Хорошо, знаете что, ребят? Давайте, чтобы я вас сильно не задерживал, по крайней мере, мы с вами сейчас открыли секреточку, посмотрели. Давайте я быстренько за кадром добуду где-нибудь эти 20 алюминия. Может, даже потом расскажу вам, где это было. А пока что давайте на этом серию закончим. Продолжим в следующей серии, когда я уже буду готов для нового апгрейда, для покорения новых территорий. Все, ребятки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.